Каждый понедельник в Астрахани не работают фонтаны на главной набережной Волги. Причиной отчасти является то, что сами астраханцы весьма активно и не очень культурно проводят выходные накануне. Фонтаны выключают, воду сливают, бетонные основания чистят. Какая сумма складывается из брошенных в воду монет, узнала наш корреспондент. Причину поломки фонтана у ЗАГСа выявили сразу. В одну из двух камер фонтана образовалась щель, куда теперь вода поступала с избытком. Из-за перекоса конструкция перестала вращаться. Понедельник – день профилактики. Фонтан осушили, чашу помыли, камеру подлатали. Теперь железную конструкцию возвращают обратно. Уже сегодня ночью фонтан наполнят водой, а вторник у фонтана – полноценный рабочий день. Однако поломка в данном случае – не главная беда коммунальщиков. Как ни странно, но именно по фонтанам можно судить, насколько бурными были выходные у астраханцев и гостей города. Кидают все в фонтан. Насосы клинят от этого. Наши астраханские бананы, трубки, бананы, стаканы. Все летит туда, в фонтан. Собаки моются по утрам. Все эти волоса мы все это все и вытаскиваем. Мусора хватает и в Петровском фонтане. Санитарная уборка тут проходит также по понедельникам. Сейчас мы очищаем чашу, моем коллектора, насосное оборудование, делаем протяжку запорной арматуры, флянцевого соединения, ревизируем соединительные муфты, проверяем их на герметичность, также проверяем освещение, делаем промывку коллекторов. Сложность обслуживания этого фонтана в том, что он музыкальный. Водное шоу должно проходить под музыку и соответствовать нужному ритму. За это отвечает специальное программное обеспечение. В этом году вода на Астраханской набережной танцует под классическую музыку. Одна из самых привлекательных достопримечательностей Астрахани создала уже свою традицию. Сюда бросают монетки, чтобы вернуться. И хоть это тоже может сложному механизму навредить, во всяком случае не делает из чаши фонтана мусорную яму. И мы теперь точно знаем, сколько денег астраханцы, а скорее всего все-таки гости города, бросают в воду. Считали, да. Около 500 рублей. Ольга Агаркова, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.